Netflix. No, Netflix. Bitte, bitte, nehmt diese Frage jetzt ernst. Ich habe eine Frage an euch, bevor wir den Cypher von Gaylord MCs anschauen. Ich habe an euch wirklich eine ernsthafte Frage und ich bitte euch, diese Frage ernsthaft zu beantworten. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, ein Auto zu kaufen für, sagen wir mal, 20.000 Euro, welches Auto würdet ihr kaufen? Und ich meine damit kein Lada. Ich meine ein vernünftiges Auto. Ja? Ich bin derzeit in einem Dilemma. Ich muss mir auf jeden Fall ein neues Auto kaufen, aber ich weiß nicht welches. Das Ding ist aber folgendes. Es muss ein Auto sein, das einen Benzinermotor hat, also kein Diesel. So. Und ich verzweifle gerade. Sagen wir mal so, wenn ihr die Möglichkeit hättet zwischen Mercedes, BMW, Audi, VW, welches Fahrzeug würdet ihr nehmen? Also wie gesagt, ich bin am Verzweifeln. Ich suche ein Auto wie verrückt und ich finde keins. Und der deutsche Automarkt ist derzeit gebrochen. So. Ich kann mir schon die Kommentare bei mir vorstellen unter dem Video. Lada! Lada 323! Oh Digga. Okay, es gibt was Neues wieder von Kubok MC. Ich bin mal gespannt. Lass uns das mal zusammen anhören. Oh shit. Нужен новый сайфер, кубок, ну-ка дайте ему майк. Положу на себя руки, чтобы дуть по где мой байк. Я 100 лет отдал культуре, время получать свой хайп. Я хочу видеть в ютубе за спасибо биты тайп. В моем доме мало сна, я всегда мечтал о тренах. Батл рэп все стали на, я забрал нам этот тендер. Да вокруг все ждали крах, а я жал без страха рендер. Покупай теперь мой шанс, я попал в тот список брендов. Какой-то там ивент, 4 года, куда катились? Видимо в топы, мы террористы, с кем мы там контракт? Чтоб я играл в доту, тебе понять, что это мечало. Перемотай меня до начала, вызывать надо вам врача. Нам объяснять, давай каждый панчлайн. Слышишь, как... Хэллоуин kann ja eigentlich auch sehr gut trappen, ne? Aber der, macht, glaube ich, keine Battles oder sehr selten. Oder? Ey, Digga, der Typ war interessant. Das ist jemand Neues, oder? Wow, der hat echt... What the fuck? Ich will mir das nochmal anhören. Марсов — это мой подарок. Презирая слабость, молодой модел. Ты знаешь, чем этот стулек воняет? Фу, нахуй твой треп, можешь просто отсосать. Все видят насквозь.
сквозь мои мертвые глаза. Тихо-тихо в круг трясешься, как лимонад. На моих плечах холодная голова. Выдыхая дым, сладкий, как чупа-чупс. У меня стиль, грязный, как суперсус. Выдуманный биф, ты думаешь, я куплюсь? Я возьму микрофон, ты подумаешь, это плюс. Нахуй рыть на тебя инфу, блюдок. Поднимаем батл рэп с колен, но не целуем в губы. Скажет твой диванный эксперт. Мы выйдем в круг, значит по телеку покажут балет. Меня тошнит от комфорта. Важен стресс на каждый день. От этого я живей, но тут что-то подохуел. Навалило себя проблем, но до победы шагаю на достойном. Теперь же без всех живых и баста, скажи, это для нас топливо. То мудрый, как Оби Каноби, то ёбнутый Энакин, то черножопый, то беленький. Это баланс, это взвешено, они хотят видеть Вейдера. Мне-то хули, я дерзкий из люка. Ебать, но не имперская шлюха. Батя, но вылез из люка, свечусь без... Nach seinen Augen zu urteilen, ist Diktator wieder bekifft und besoffen. Der soll mal aufhören, endlich mal die Drugs zu nehmen, Bro. Der ist ein talentierter Rapper, aber bei jedem Event ist er besoffen, Digga. Без чувств, потому что это правильно, нахуй нужно это палево. Ты не слушал и не понимал, ты повидушка ебаная. Я хочу, чтобы на глазах твою подружку оттрахали. Yeah! Нам не надо ничего решать, нам проще все запретить. Есть русский видеочат, зачем нам чат GPT? Когда наконец конец, решает лишь меценат. И чем мы дальше все в лес, тем просто выше цена. А я заказал себе солмяк с кимчи, полный бокал набрал чи-чи. И не надо никаких причин, чтобы обучить отличный чи. А вымя сгал 400 эконом, мне кажется мало. Голод как основная цель, кубок МЦУ всем хала. Макака делит апельсин, мне лимоны не один. Если тебе чего-то не хватило, у меня полный магазин. Вери, бойся и проси, ну DMC нести MC. Мы лезем в бошку, им приснился ей в позиции силы. Почти Че Гевара, Биви, Варя, Кубок и Саба. Тут старый, тут грязный ублюдок, я это люблю. Да когда-то полю, так меняются ценности, будто валюта. Сука качается, словно каюта. Вечный сон, я его убаюкал. Захочешь проверить, сделаешь выводы. Это наука, это наук, но ты не понял. Ты не беремит, подопытный кролик. Кубок MC, я это устроил. Ты по миру пошел не на гастроли. Я вижу закатом багровый, как кровь два дропа. Я попросту стер. Если цифры базарят, то у них не осталось вообще никого, кроме шестер. What? Was ist das? Am 18.03. in Club Pravda. Sog. Klava Bravo. Jerechow. Boah, so viele Leute. So viele werden dabei sein? Oxy wird auch dabei sein? What? Hä? Hä, seit wann wird Oxymiron jetzt doch mit Morgenstimmen-Battle machen? Ich verstehe gerade nicht. Hä? Okay. Am 18.03.? Das war gestern. Club Proud. Das ist doch Bullshit, oder? Sonst würde das ganze Internet brennen, wenn dieses Battle stattgefunden hätte. Außerdem ist doch morgen... Oxymiron ist doch jetzt auf Tour. Ah, ich verstehe. Verstehe ich doch... Okay, ich verstehe es doch nicht. Also Oxy und Morgenstern haben hier so einen Strich vor den Augen. Wahrscheinlich nehmen die nicht teil. Wahrscheinlich sind die nicht dabei. Oh shit, bitte schreibt mir in die Kommentare, ich verstehe das gerade gar nicht. Okay, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns. Tschüss.